прямое включение со студии. Всем приветик. У моего мужа начался отпуск сегодня. И он мне помогает с перестановкой студии. Какой у нас план? Помните, я вам рассказывала? Мы хотим мастеров маникюра перетащить сюда, как у нас было до этого. Можно, пожалуйста, выключить? Я сейчас быстро запишу. А то у меня нет вообще выключить, чтобы у меня не было авторского права на YouTube. Вот. Сюда поставим педикюрное кресло. Вот эти кресла мы увозим. Вот эти вот два. Короче, мы их опять сюда привезли. Опять их нужно увозить. Этот белый будет стоять вместо этого кресла, чтобы когда девочки заходят, разувались, там сумочки свои ложили на вот этот вот великолепный стульчик. Далее. Самый главный казус в том, что мы не прокрашивали стены за вот этими комодами. Очень странно, конечно. Прокрашены? Значит, я помню, что мы где-то не красили. Значит, за этим зеркалом. За зеркалом, да? Ой, а это что такое? Обгорело. Жесть. Вот такая красотища у нас. О-о. Ну, если что, у нас краска есть. Там. Записная. Это вот, смотрите, какой грязный. Надо будет его помыть. Пожалуйста. Здесь тоже все помыть. Такая красота у нас. Сейчас. Так, у меня здесь работает ученица новая. Я вам еще ее не показывала. Заканчивает свою третью работу. Самостоятельную. Так. Вот так. Все, вот еще комод. Кушетка. На подоконниках у нас вообще столько барахла. И это все нужно будет как-то переставлять. Сейчас я поставлю таймлайн сюда, и мы будем записывать процесс. Вот сюда. Немного процесса. Муж ходит и потребляет энергию с нашей студии. Смотрите, тут прям целая комната. Вообще круто. Ну, только здесь нужно будет докрасить. Этот пол немножко помыла. Вот здесь покрасить. Вау. Не очень. Это заброски. А, окей. Чертеж. Смотрите, сколько у нас перегородок. Капец, а тут что творится? Это, конечно, вообще... Хорошо, что сейчас клиентов нету. Да. Так, так, идем. Идем. Есть плоскогубцы? Ой, а отвертка вот где-то из этих троих. Вот в этом, наверное. Есть? Все. То, что надо. Господи. Господи. Все. Вот тут так вот. А здесь можно посидеть, посмотреть на красоток. А я сижу здесь. Здесь у нас такой вход. Великолепный, видно, да? Алексей делает здесь уголок.
Вот это вот все он делал, вообще все. Все, что здесь видите, даже столы делал сам. Здесь вот падает место? Думаю, да. Ну да, ей хватит места, все хорошо. Там у нее было меньше места, чем здесь. Здесь прям вообще классно. Тут прям такой арт. Где-то прокрашено, где-то не прокрашено. Вообще великолепно. Все картины здесь висят. Красиво. Итак, ну что, вы готовы увидеть красоту? Она еще не доделана. Та-дам! Заходим. Здесь у нас осталось все по-прежнему. А здесь комната для мастера маникюра и педикюра. Прикиньте. Это, конечно же, все закрасится. Тут телевизор. Прям отдельная комната. Здесь зона для обучения, мусорка, диванчик. Здесь зона бровиста. Будет специальная каталка для него. Здесь зона стерилизации именно для мастеров-лэшмейкеров. Для мастеров маникюра будет там. Вот так. И здесь осталось все без изменения. Пожалуйста. Стоит муж в позе. Ждет, пока я все поснимаю. Все, все поснимала. Пойдем. Итак, меня Алексей везет на наращивание волос. Вы можете, может быть, удивитесь, но волосы у меня нарощены. И сейчас тоже. Незаметно, да? Да? Что? Кары? Да. Вот, и я буду просто перенаращивать, потому что прошло где-то 3,5 месяца, а с ними можно ходить всего 2 месяца с старыми волосами. И они очень сильно отросли у меня. Колтунов нет. Что здесь делает Алексей. Принесла стульчик. На, посильнее. О боже. О боже, это что, Алексей? Офигеть. Офигеть. Как всегда, опять что-то придумал. Так, а тут нам нужна ручка. И что здесь будет? Массаж. Будем делать массаж? Прикольно. А что здесь такое было? Как-то прокрашено неровно, да? А, там палки были. Ты оттуда палки стыбзил? Да. Ты в телефоне смотришь. Мы сейчас идем в темное, светлое. Светло-темное. Я быстрее тебя даже иду. Сейчас купим рыбку, наконец-то. Мне сегодня хотелось чего-то этакого. Непонятно чего. Вот, и мы пойдем сейчас купим рыбку. Чего ты там базаришь? Да вон, грозит. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Так. У мужа там пивасик. Лицо попроще сделайте. Котики там кушают. Мне постелили постельку. И я сейчас буду отдыхать. Кисочка вон там. Все. Домонтирую видео. Выложу его. И всем пока.